После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Эта информация стала доступна благодаря данным, опубликованным на портале мировых судей города Москвы. Предположительно, причиной стали измены предпринимателей, которые происходили последние 10 лет. Алсу с мужем не живут вместе с прошлого года. Однако певица подала на развод только 24 мая, после того, как ее старшая дочь Софина закончила школу. По некоторым данным, супруги не будут комментировать причины и подробности бракоразводного процесса, дабы оградить детей от лишнего внимания прессы. Помимо Софины, у пары есть дочь Микаэла и сын Рафаэль.